Ну что ж, друзья, вот пришло время подвести итоги нашего фотомарафона. Как вы помните, сегодня мы отмечаем Всемирный день семьи, и кроме того, в США отмечается день пицца-пати. Мы решили все это совместить, да. И хороших, смешных фотографий, интересных, забавных было много, но все-таки победитель у нас один. Пожалуйста, вот фотография победителя. И аплодисменты. Красиво, прекрасно. Уютно, тепло. Да. Семья, все пицца, есть. Все как положено. Автор этой фотографии Галина Демещенко. Галина, если вы нас сейчас слышите, даже если не слышите, все равно наш редактор с вами свяжется и расскажет, где и как вы сможете забрать подарок от нашей программы.